Ах, июнь, начало лета, море, пляж, кругом народ. Помечтаешь 2 минуты, снова полешь огород. Привет, друзья! Вы снова на канале «В мире надежды». Не знаю, как у вас, а у меня 90% времени занимает прополка сада, огорода. Все, полю, а трава меня все равно побеждает. Она растет быстрее, чем я ее выпалываю. Но это явление временное. В конце июля она ослабнет. И тогда победителем буду я, в конце концов. Так что, где буду выпалывать, там будет оставаться чистенько. Смотрите, у нас какие люпинчики стали цвести, красотулины. Какая красивая у нас тут растительность распустилась. Друзья, решила привести в порядок капусту. Вот тут самосевом зашел укроп. Я его оставляю, который не близко к капусте. Я потом на салат выдергиваю, на крошку подкармливаю, рыхлю. Вот здесь сделала уже брокколи и белокочанная капуста. А сейчас перехожу вот сюда. Вот эту ряд еще немножко тут не доделала. Сразу подкармливаю и поливаю таким специальным удобрением. Сейчас покажу. Вот такая сударушка. Тут для капусты. Подкормлю хотя бы разок. Тут 1 чайную ложку на 10 литров всего надо. Хотя бы раз за сезон надо подкормить, потому что почвы у нас не такие уж плодородные, скорее бедные. Когда сажала в лунку капусту, рассаду, заправляла компостом и больше ничем не подкармливала. Так что сейчас вот это последнее приведу в порядок. Сейчас сделаю все и остальное полью. Эти вот, которые уделаны, уже подкормила, полила. По 1,5 ведерка маленькие из подмороженного, беленькие там, литровые они. По 1,5 литра под растение получается. Тут все подкормлены уже. Thank you.